Всем ассаламу алейкум, друзья. Здравствуйте, подписчикам моего канала. Друзья, в сегодняшнем ролике хотел бы вам рассказать, чтобы держать 50 голов бычков в таком вот беспривязанном откорме, какие размеры нужны навеса, загона, также кормушки для сена и для корма. Какие размеры нужны? Все это вам, друзья, на этом ролике расскажу, так что досмотрите до конца. Прежде чем это рассказать, друзья, хотел бы всем напомнить, кто продает разные товары, ножи, корма и так далее, техники. Кому интересно на нашем канале реклама, пишем, друзья, на мой WhatsApp. Также будет телеграм-канал. Ссылка на телеграм будет, друзья, пишем туда, кому интересна реклама. Сделаем, договоримся. Вот так вот, друзья, начнем с кормушки. Как вы видите, друзья, на всю длину. Такая вот кормушка. Такая вот толщина у нее, друзья. Если такую кормушку сделать, друзья, то можно забыть на лет 15-20 точно. С ней ничего не случится. Многие еще спрашивали, вот дождевую погоду, как вы кормите бычков с такой кормушкой. Как вы видите, друзья, с этой стороны она открыта. Здесь так особо вода и не собирается. Так как, когда мы их кормим, получается, за 30-40 минут это всю дробленку они съедают, друзья. Здесь ничего не остается. Получается, ширина этой кормушки, друзья, 50 сантиметров ширину. Длина 35 метров кормушки. Такая вот, друзья, длину 35 метров, ширина 50 сантиметров. Также забор, друзья, посмотрите, вот такие, из вот таких вот угольников сделали. Так как, друзья, для таких бычков крепких, из каких-то досок там такие загоны, это ненадолго, друзья. Очень быстро снесут такой загон, если такой не будет, друзья. И размер тоже вам, друзья, расскажу сейчас. Получается 40 на 40 размера загона. Уверенно можете держать 50 голов бычков на таком вот загоне. Начнем с навоза, друзья. Как чистится вот такой вот загон? Как вы видите, уже давно не чистился этот загон. Получается, друзья, в год один раз чистим загон вот этот техникой. В год один раз чистится загон техникой. Еще такие вопросы задавали в комментариях, какие витамины даешь бычкам на беспривязе, которые... Друзья, на беспривязном откорме, который бычкам, никаких витаминов мы не даем. Когда только вот откорм запускается, друзья, все, что нужно им делается, от клещей, все уколы, вот эти моменты, все делаем. Так как вы видите, друзья, здесь раскола нету, ничего нету. Когда вот только запускается откорм, допустим, взяли бычков там 7-8 месячных, когда вот только запускаем откорм, это все делается, и все. Так, друзья, перейдем на навес. Навес тоже, друзья, так же, как видите, такая вот профильная крыша, с этой стороны плиты. Получается, половина открыта, половина с той стороны закрыта. Профиль тоже. И вот такие вот трубы, друзья. Размер, друзья, навеса 5 метров. Ширина. А длина 40 метров, друзья. Ширина получается 5 метров. Вот такой вот навесчик. Очень даже хорошо они себя здесь чувствуют. Когда солнце, они вот здесь вот так вот лежат, друзья. И насчет бычков, друзья, многие спрашивали, вот таком вот загоне, как они себя ведут, когда только запускается откорм, не дерутся ли там, какие-то травмы не получают. Хотел бы вам, друзья, напомнить, если вы будете бычков брать, там голов 30-20,
чтобы этого всего не было, друзья, лучше брать с одного хозяйства, друзья, бычков, чтобы никаких травм, чтобы на друг друга не прыгали, вот этого всего, чтобы не было, лучше будет, друзья, взять бычков с одного хозяйства. Вот наши бычки, как вы видите. Сейчас, допустим, им дадим дробленку. Они сейчас покушают и полежали, покушали, полежали. Очень даже спокойные. Вот так вот целый день они. Так, сейчас поилку тоже, друзья, для воды я вам покажу. Какая она у нас. Прежде чем это показать, хочу вам показать, друзья, кормушку для сена. Также вот кормушка, друзья, для сена, какая она у нас. Тоже размер 10 метров. Спокойно с двух сторон получается помещаются. Голов 40 помещается туда. И где вот начало, тоже два бычка могут съедать оттуда тоже. Голов 45 спокойно могут, когда вот сено даешь. Оттуда уверенно могут они кушать. Они же меняются все время, же сено не будут кушать. Так как, которые не успевают, потом тоже могут сесть. Вот так вот, друзья. Так что, друзья, оцените вот эти бычки симменталы. Седьмой месяц уже пошел от корма. Как они набрали, друзья. Получается, за 6 месяцев от корма они вот что набрали, как вы видите. Так вот показываю. Сейчас, друзья, поилку тоже вам покажу, какая она у нас. Такая вот поилка, друзья, железная. Можно сказать, вечная поилка, вот такая вот. Воду отсюда даем, вот шланг там. Открывается. Вот не знаю, друзья, что вам еще рассказать. Рассказал вам на вес, какие размеры. Размер навеса получается всю длину 40 метров, ширина 5 метров. С этой стороны профили, вот с той стороны, как вы видите, метров 10 открыто. Вот так вот. Также навоз чистится в год один раз. Так вот, многие меня, друзья, в комментариях писали, спрашивали, где лучше держать, на беспривязном откорме или на привязи. Там и тут есть, друзья, свои плюсы и минусы. Но на беспривязном откорме я больше вижу, друзья, плюсов. Здесь не знаю, какие минусы еще назвать. Здесь, видите, как вы видите, друзья, очень меньше работы. Получается, утром накормил, также вечером накормил два раза в день. Один человек спокойно здесь справляется. 40 минут работы одному человеку. Целая тележка дроблянки разом дается. Ведер 40-50 примерно где-то бывает. И сено тоже так же. Три тюка. Утром, также вечером тоже три тюка. И вот так вот они целый день, друзья, отдыхают. Покушали, полежали, покушали, полежали. Очень спокойные бычки. Советую, друзья, брать бычков симменталов. Очень такие спокойные бычки. Те, которые спрашивают, каких бычков лучше брать, советую, друзья, брать бычков симменталов. Очень хорошие бычки. Также и неплохо вес набирают. Их не вес, друзья, сейчас килограммов 400, живой вес есть. Вот этот бычок самый крупный, можно сказать. Этот белый тоже неплохой. Такая вот кормушка, друзья, для сена. Посередине ставите, если вы решили вот такой вот загончик делать. Такой вот навес тоже сделали небольшой. До конца не стоит его закрывать. Так можно вот
половину открыт, метров 10. И вот никаких проблем нет. Спокойно помещается голос 40, где вот это сено даем на кормушку. А туда уже, где дробленку даем, на эту кормушку почти все бычки помещаются. Вот такие вот размеры, друзья.